перерывчик из-за погоды. Давай, давай, жрать. Так, а что это? Ну, это технический брак, если что. Сало, сало это вещь. Сейчас достанем водку и будем пить. Вот обязательно. И погода дает нам возможность поспать. Так как мы уже третьи сутки толком не спим. Давай, заходи, Саня. Нормально? Отлично. Ты покурил еще? А? Ты покурил там? Лококо. И умылся. Как? Еще и умылся заодно. Ладно, все, закрываем. А это еще курит, стоит. Все нормально, такая же топка, нормально. Привет. Производим забор снега для раскопки. Да нормально все. Да, ну как дрова водите, откуда? Да мы дрова-то не возим, мы сейчас поедем туда дальше, на Ледовитый океан. Ура! Ну как дела? Мало Богу. Доперлись. Ну у тебя... Хорошая, ровная дорога. Управляем топливом, вездеход, что-то почему-то он у нас съел соляров, много съел, сейчас проверим. Производим замену фильтра топливного, так как его забило техническими стружками всякими, остатками. Автомобиль новый, фильтр ни разу не менялся, баки промылись, сейчас все будет хорошо. Видать, недостаточно промыли. Стружка алюминиевая осталась. Там внутри прямо, да? Да, внутри фильтра осталось. Ну, как бы всю ее не вымыть, когда баки варишь, делаешь. Ну, как правило, одна замена фильтра. Хорошо. Так, часы отработали себя уже один раз. Я подкоптил эту коробочку. Я приношу свои глубочайшие извинения. Но она вроде перед стал держаться получше. У меня слюни вот так текут, вот так вот. Вот, это ты что? Сижу и жду. А, сейчас, что забабахаем-то сейчас? Еду прям настоящую. Пища богов. Он силой трения, видимо, там что-то колупает. Перемешал смазку. А подсветка там будешь снимать? У нас вытяжка блатная с подсветкой. Нано-вытяжка с нано-подсветкой. Космос, космос. А ты включи, а она крутится, да? Да, а можно воду присолить еще? Хорошая тушенка. Мясо есть. Сои нету, есть можно. Тебе заплатили, что ли, за рекламу? Не выясняй, пожалуйста. Там местные, это знаешь, что налить всегда, да? Алексей Васильевич, папа будешь.
Не, лыжи вон хорошие. Че, ты здесь зимуешь или что? Или так остановился? Я собираюсь уже домой. Но на том склоне нынче снегу мало выпало, говорят. На этом? На том. На западном, да? Тут осенью начали до Нового года ездить. Бураны, говорят. Тут снег, говорят, а там по камням. Не, ну там в гору поднимаешь, там понятно, что камни. Ой, какие хорошие. Сколько вы его по времени ставите? Вот когда кочуете, переезжаете? Мы лишнее заранее забираем, да, быстро. Когда поставим некоторые задания, то есть там, да, человек 5. Пятером можно поставить за час, да? Ничего себе. Ну, это без полов. Полами. Полами, все, да? Это все с собой увидим. Ну, да. Олень настоящий, северный. А, северный олень. Да, геологам же дорога прямо идет. На базу. А, ну все, понял тебя. Ясно. Один гоняешь? Один. Куда сейчас поехал? Чум. Чум? А, чум вот где-то здесь, недалеко, да, получается, направо? Ясно. Доработка компрессора в полевых условиях. Ну давай, поехали, Костя. Поймал. Все, дыр, все, тормозим. Прицеп. Прицеп. Стоп, дышу вправо. Ну, он на тросах, пусть вытаскивает его. Так, вправо вытягивай. Это прицепное будет летать всегда. Да, я понял. Ну все, ладно, давай. Давай. Давай назад. Что, невкусно? Соленое. Приехали. У меня же тоже опыта нет по вашему весу. Наш машин тут катается просто вообще. Все, пусть пробует. А? Пусть пробует, в принципе, да. Давай сюда, пробуй. Давай, погоди, пусть постоит все, давай сходим. Подожди, постой. Там на 10 слоев пирога, а пешня проходит, я вот до сих пор ее утопил. И везде есть объезды этой штуки? Вот там. Ну, искать ничего не сделаешь. Готов. Свободно. Есть чем вот заняться. Классик. Это классика. Нам сейчас что сделать? Его подколоть полностью, чтобы он упал? Есть чем заняться. Да, подколоть, чтобы он встал на ровный кит. Есть контакт. Да, это, Леш, классика. Нет.
Я выключу ее пока. Впечатляющее зрелище. Радость-то какая. Хотели, получили. Сейчас еще выбраться отсюда как надо. Такой мутант вылез, блин. Прошу вас в спальню, собирайте все с пола. Все валяется. Первые боевые потери, сломанный амортизатор. Будем сейчас пальцы исправлять. Готовиться к завтрашнему дню. Завтра будем еще раз купаться. Ай, молодцы. Мясо заканчивается, скоро Андрею будем снимать ногу. Из моей ноги так только холодец получится. Холодильник. Так. Пожалуйста. У вас вроде там свиная тушенка есть. Не надо свиную. Колесо-то так и до Йобурга доедет. О, есть чем заняться. Молодец, ты придумал. Здесь подвезу. Вот так вот, ну, болгаркой срезать по кругу и там так же. И обварить вкусным этим. И можно... А я заснял. Или я не знаю, или надо положить ее сюда. Иди, так, мирно. Чтобы на тарелках.